Этот подземный переход в станице Анапской будет первым сооружением подобного типа. В реализацию этого проекта мало кто верил, ведь строительство ведется, что называется, на пятачке. Громоздкая техника едва помещается на площадке так, чтобы не мешать друг другу. Но, несмотря ни на что, ограду из стального шпунтового профиля вибропогружатели вбивают в грунт уверенно. Эти стальные лотки, как замки, входя друг в друга, не пропустят ни воды, ни песка. Были небольшие задержки ввиду того, что ограниченная площадка, очень мало пространства. То есть не полевые условия, а техника работает специализированная, больших габаритов. А ввиду этого затрудняется работа, потому что мы работаем в населенном пункте, немножко не укладываемся, но будем работать в две смены, наращиваем штат и количество техники, чтобы добиться нужного результата. Строители понимают и значимость объекта, и ответственность перед людьми. Расслабиться им не дает и строгий контроль. На каждой планерке самый главный вопрос – первым вопросом ставится вопрос о строительстве пешеходного перехода в станице Анапской. Глава держит это на особом контроле. Люди, видите, работают сейчас, стараются, все силы бросят для того, чтобы выполнить срок намеченного мероприятия. Сейчас строители заканчивают выемку грунта и затем займутся водоотведением.